Здравствуйте. Я снова хочу продолжить тему, связанную с потливостью ног и с их плохим запахом. Есть еще один способ или средство, оно, наверное, многим уже давно известно, кто-то уже применяет, а кто-то, может быть, и не знает, кто-то, может быть, и забыл. В общем, способ такой. Что для этого понадобится? Для этого понадобится утром или вечером хорошенько вымыть ноги с хозяйственным мылом, предварительно распарив и почистив пемзой, для того, чтобы осталась, как говорится, чистая нежная кожа. После этого ноги нужно будет тщательно высушить, вытереть, для того, чтобы они стали очень-очень сухими. И далее берем перекись водорода и между пальцев, пальцы, пятки, в общем, обрабатываем всю ногу перекисью водорода и даем высохнуть. После этого не смываем. Это можно делать и на ночь, можно это делать и утром, перед тем, как вы пойдете куда-либо. Если это делать периодически, то запах скоро и уйдет. Потому что всевозможные бактерии, грибки, если какие-то и поселились на вашей стопе, между пальцев, то они должны обязательно уйти, потому что перекись водорода подавляет их жизнедеятельность или даже убивает. Также я рекомендовал бы вам взять соду пищевую, поднять стельку вашей обуви и туда насыпать, и обратно закрыть. И таким образом подавляя жизнедеятельность микробов и бактерий. В общем, вот такой простой рецепт или способ. А на этом все. Будьте с чистыми и здоровыми ногами, без запаха.